снова свой уголок с вами. День продолжается, 1 ноября. Вот показывает температура 9 градусов тепла. Наверное, чуть больше. Или это я тепло одет? Не, ребят, руки не мерзнут. Тепло нормально, классно, друзья мои. Погода замечательная. Мы находимся в деревне Новое Поле. Иваныч всю технику достал. Вот слева моя мастерская желтая. Завел я машинку. Надо съездить к друзьям, отвезти виноградика, пообщаться. Едем на пилораму. Пилорама находится в 2 километрах отсюда. Но есть короткий путь, но не всегда короткий путь самый хороший, потому что там дорога, прощай, подвеска называется. Слева тещин участок, который выстроил я и жена. Вместе все сделали. Мамка помогала лет 10 назад, да. Расширяли и расширили официально до 15 соток. Больше не дали. А теперь думали, куда столько земли. Теперь маловато что-то. Ну, как птицу начал заводить, так. И на, как кажется, больше бы взял земли. Пока есть желание. Ну, наверное, ностальгия по детству очень. Детство такое было. Хорошее, здоровое, фруктовое. Всяких живностей было у бабушек много. В Славянске на Украине. Очень много. Поэтому хочется сейчас этим заниматься. Видимо, так. Город перестал прельщать. Ну, может, это с возрастом приходит. Устаешь от этой социума, каждый норовит ухватить кусок побольше, какие-то драчки, у кого круче тачка. Ребята, в саванне карманов нету. Вот есть машина, она едет, она свои функции выполняет, необходимые достаточные условия. А у кого круче тачка, не всегда самое дорогое является самым хорошим. Возьмите примеры техники Советского Союза. Делали на всю жизнь. Пылесосы Вихрь, они до сих пор работают. Крепление может отгнить, а сам мотор работает. Потому что, чтобы народ работал на оборонку и на космос, надо, чтобы он не отвлекался на мелочи. Поэтому делали все качественно. Я так думаю. А сейчас общество потребления, кредиты. Никогда в жизни кредит не брал. Вру. Один раз взял на строительство. Там участок прикупил. И отдал, благодаря инфляции, дефолту. Буквально вот из кармана достал. Все, единственный раз из банка позвонили. Игорь, можешь, могу отдать. Сразу раз достал, отдал. 90 где-то было. Все, никаких кредитов на стиралки, там, на все эти. Лично моя позиция. Занимаясь чужие, ненадолго отдаешь свои навсегда. Нету денег. Накопи, заработай, купи. Это кредиты эти, блин, посмотришь, молодежь. Ну понятно, там ипотеки, все, жилье надо. Но кредиты на эти. Никогда не был понятен лозунг коммунистов. Коммунистов никогда не был в партии, кроме комсомола. Нигде. Каждого по способностям, каждому по потребностям. Перечитайте внимательно сказку Пушкина о его замечательной старухе, которая: хочу быть владычицей морской. Нету у потребностей человеческих границ никаких, ни нормальных, ни аномальных. Нету. Человеку всегда хочется чего-то большего. Ну, чего-то лучшего. Мне, например, хочется просто спокойно жить и работать. Поменьше общаться с идиотами. Всем добра!